Всем привет! Рукодельные будни продолжаются, и у меня сегодня 10 декабря. Совсем немного времени остается до Нового года, и, как обычно, в этот срок нужно успеть очень много. И вышивального, и невышивального, и, наверное, в большей степени даже невышивального, конечно же. Подготовка к Новому году, подарки, и еще надо ремонт заканчивать наконец-таки. Я думаю, что в ближайшие уже несколько дней все будет закончено. Ну, по крайней мере, основная часть. Уже все сделаем и будем ставить елочку. Ну, а вышивки. В первую очередь мне нужно повышивать дом мечты от Химеры, который находится сейчас на ваших экранах, вернее, кусочек отшива этого домика. И этот кусочек тянет почти на 23% всей картины. Сам по себе этот домик не очень большой, там всего лишь почти 92 тысячи стежков. Он у меня принимает участие в совместном отшиве по схемам Химеры. И в этом СП отчет каждые 2 недели. И каждые 2 недели нужно сделать отчет не менее 2500 полукрестиков. То есть он у меня идет таким довольно ударным темпом. И я стараюсь вклинить его в такую большую очередь моей вышивки, что у меня, в принципе, довольно успешно получается. Но дело в том, что сегодня тоже четверг, уже вечер. И причем вечер будет такой у меня не очень-то свободный. И остается только завтра, потому что завтра уже отчет. Так что у меня совсем немного времени на эти 2500. Но я думаю, что справлюсь с этим домиком без особых усилий. Ну, надеюсь, во всяком случае, что у меня все получится. Еще до Нового года я все-таки очень хочу успеть довышивать свою мирабилию. Долго она у меня лежит, по чуть-чуть совсем вышивается, и меня это перестало устраивать. Я все-таки хочу к Новому году получить готовую вышивку, чтобы на Новый год она уже украшала мой дом. На новогодние праздники мне хотелось бы видеть у себя в квартире и мирабилию, и оформленного Санту. Да, помимо того, что нужно довышивать, нужно еще и успеть как-то оформить. Ну, в общем, буду стараться. Буду очень стараться, тем более, что здесь осталось где-то, наверное, процентов 25, может быть, чуточку больше вышить. Но здесь имеется в виду, конечно же, и крестики, и бисер. Еще надо бисер найти. Ну, как бы я его не то чтобы найти именно вообще сам по себе бисер. Он у меня лежит просто в одной маленькой коробочке, весь бисер, который у меня есть. А у меня его не так уж много. Нужно еще найти именно тот самый бисер, который используется в этой работе. Немножко не помещается у меня все в кадр, конечно. Но я уже не хочу переставлять штатив, переставлять камеру. Я думаю, что, в принципе, вполне понятно, да, что вышито, как вышито, на какой стадии сейчас моя работа. Дни сейчас слишком уж быстро заканчиваются. Очень быстро становится тепло. И вот у меня сейчас выдалось несколько свободных минут. Я решила заснять, чем же я собираюсь заниматься в ближайшие дни. По крайней мере, буду пытаться этим заниматься. И буду вот стараться успеть вышить мою замечательную королеву Рождества. Помимо этого, есть еще одни маленькие новогодние штучки, которые мне тоже очень хотелось бы все-таки закончить. Они у меня вышиты довольно уже давно. В прошлом году, наверное, я их вышила, как бы не раньше. Нет, по-моему, в прошлом году. Вот даже не помню, когда. Вот эти милейшие, просто милейшие игрушки. Они очень классные, смотрятся просто суперски. Вышивается несложно, но прям вот они очень классные. Вот. Олень, посмотрите, какой симпатяга. Ну, Dimensions он и есть, Dimensions. Что тут еще скажешь? У них эти сюжеты получаются очень классно. Даже вот эти вот названия бэкстичем, смотрите, как классно смотрится. И просто за счет того, что вышивается где-то в одну нить, а где-то в 2 нити, да, если не в 3, нет, по-моему, в 2. В общем, вот это сочетание разной толщины нитей тоже вот дает такой интересный эффект. Получается классно. 4 вот таких вот игрульки, и я их вышивала по набору Dimensions, вернее, даже не по набору, по остаткам из набора. Вот такой был наборчик. Я хотела оформить
эти игрушечки. Вот именно так же. Я, в общем-то, фетр красный, толстый, покупала именно для них. Но случилась у меня загвоздка. Почему, в общем-то, до сих пор у меня такой полуфабрикатный вариант? Потому что я вышивала на оригинальной Аиде, которая была в наборе. Девушка, которая вышивала этот набор до меня, она воспользовалась равномеркой. Ох, и эту Аиду оставила. Вот, а я не заменила и, в общем-то, об этом жалею. Потому что сейчас оформлять сложнее. То есть я просто натянула вот на картонку. Уголочки я выкладывать не стала. Сделала вообще просто вот так. Это, конечно, неправильно, нехорошо. Надо было такой красивый уголочек сделать. Хотя, мне кажется, что он мне здесь бы даже и не помог, этот красивый уголочек. Потому как получается все равно достаточно толсто. И когда я накладываю вот так вот на фетр, все равно здесь вот, ну, некрасиво, слишком уж оно высоко поднимается. Делать какие-то дополнительные здесь украшалки, там шнур какой-то, я не хочу. Поэтому я так это подумала и решила, что, наверное, я картонки вот эти выну, немножечко канву обрежу и сделаю наподобие, как я делала недавно, сапожок. То есть вырежу вот такие детальки из фетра и уже вот эту ткань, эту вышивку буду накладывать сверху. Ну и как бы так приштопаю немножечко, да, такой. Такая получится у меня штрих-линия. Ну, думаю, что должно быть хорошо. И, ну, действительно, хочу уже оформить, сколько они могут лежать. Ну, такие симпатяги. Я не знаю, куда их, правда, определю. На елке они вряд ли висеть будут. Ну, в общем, над этим я подумаю уже потом. Главное, чтобы было что определять, а там уже найдем определять куда. Вот такой вот у меня первоначальный фронт работ на ближайшие дни. Буду стараться и надеюсь, что мне удастся еще и что-то поснимать и поделиться с вами, похвастаться тем, что я делаю, что у меня получается. У вас пролетело пара секунд, а у меня прошло уже целых 2 недели. И этот короткий промежуток времени оказался очень насыщенным самыми разными событиями. Плохими и очень плохими, но также и хорошими, и очень хорошими. И хорошего было, к счастью, все-таки больше. Вышивать я тоже, конечно, старалась, но за эти 2 недели не сделала ни одного единственного кадра. Вообще ничего не снимала, поэтому сейчас буду вещать сразу обо всем. И о процессах, и о том, что у меня оформилось, и о том, что у меня немножко приобрелось. В общем, все будет сразу. И пока я тут настраивала освещение и настраивала штатив на улице, все почернело, налетело вьюга, полнейшая темнота, практически как ночью. Поэтому включила дополнительно лампу, не знаю, насколько это будет хорошо в итоге на видео. Но надеюсь, все-таки изображение будет не слишком уж плохим и цветопередача будет все же достаточно правдоподобной. Итак, перед вами дом мечты от Химеры. И прибавилось на нем более 5000 стежков. Почему более 5000? А потому что, как я и планировала, к отчету, который должен был быть в совместном отшиве по схемам Химеры, я отшила 2500. Я сделала это практически за один день. Успела вовремя отчитаться, как и планировала. Но время идет, и, конечно же, новый отчет снова приближается. Уже новая пятница скоро. И опять нужно отчитываться. Поэтому я взяла эту работу и еще добавила здесь 2500. Ну, там не ровно 2500, конечно, немножечко больше. И получилось вот чуть больше 5000 в общей сложности. Вышивалась относительно здесь несложно, потому что я вот этот участок в основном вышивала, я как-то так травку, ну, мне же надо было побыстрее, поэтому я и в первую очередь взялась за что-то такое более простое. То есть я вот эту вот травку вышивала, и как-то, знаете, я так торопилась, что не заметила, как подкралась, в общем-то, уже и к дереву. И немножечко, совсем немножечко за первый, так, присест, можно сказать, я это дерево вот поднакусила, чуть-чуть повышивала. И уже когда я вышивала вторые
2500. Я уже, конечно, здесь и побольше деревца вышила. И здесь у меня вышло немножечко, ну, здесь уже вот, можно сказать, к фону я приближаюсь, немножечко травы, и здесь вот небо получается. Вот, и, ну, мне, конечно, нравится, как это выходит, получается красиво. Вышивается здесь совершенно несложно. Небольшие трудности есть, может быть, наверное, где-то вот в этой части, потому что сюда я тоже ниточку продвигала, так как я вышиваю все-таки одной иглой, и мне хотелось нитку довышивать до конца, поэтому бывало, что я ее там в одном месте немножко повышиваю и протягиваю в другое место, ну, либо я просто вообще заканчиваю, закрепляюсь, отрезаю и вышиваю где-то в другом месте. То есть какие-то одиночные стежки, они здесь есть. И то это не классические одиночки, да, а просто рассыпуха так называемая, то есть просто эти стежки разбросаны в разных местах. Ну и здесь тоже идут в основном цепочки, то есть если я начала где-нибудь вот в этом месте вышивать, я и продвигаю. Единственное, что получается здесь такое ответвление, да, вот эта веточка, приходится вот сюда немножко завернуть и идти дальше. Здесь также видно, вот я дошивала ниточку, старалась. Поэтому у меня здесь вообще все так размазано, растянуто, нет такой общей картинки. Если бы я вышивала просто вот какими-то участками, да, конечно, у меня здесь было бы такое более цельное изображение, было бы лучше видно. Но я думаю, что, в принципе, даже сейчас вполне понятно, что у меня здесь на канве происходит. И лучше видно не за горами, в общем-то, потому что скоро опять 2500, может быть, даже и больше, там уж как по настроению, по времени у меня будет. Что я там навышиваю, это уже будет видно. Ну, пока то, что выходит, мне очень нравится, несмотря на то, что, конечно, такой прям глобальной детализации, как, ну, в том же СТ, здесь нет. Ну, я этого, в общем-то, и не ожидала. Я прекрасно знала, что я буду вышивать, как это будет приблизительно выглядеть. Но в целом меня эта схема не разочаровала. В принципе, я вижу то, что я и ожидала увидеть. Ни в коем случае не хуже. И мне все нравится. Дальше я не знаю, что я буду вышивать. Скорее всего, я буду все-таки доделывать вот это дерево. Очень мне хочется кормушку вышить. Вот она. Я ее даже было вроде бы начала, но время поджимало, и здесь такие довольно разбросанные стежки, и все-таки, ну, она маленькая, такой маленький элемент, посложнее его вышивать, а мне нужно было за более короткий срок получить больший результат. Естественно, я вышивала то, что попроще, в том числе и вот этот участок. То есть здесь вот такое серо-голубое небо начинается, здесь вообще вот несколько рядов абсолютно вообще одного цвета. Ну, про траву я говорила, она вышивается довольно легко. Здесь такие длинные протяжки идут какого-либо цвета. Вот здесь тоже видно, да, вот один цвет пошел, вот он. То есть, ну, как бы не сплошняком идет, да, но все равно. Вот эта вот цепочка, это, ну, это очень просто вышивать одним цветом. Один цвет у меня отсутствует, я его, в общем-то, я его уже купила, но он лежит в магазине, я его никак не могу забрать, не могу выехать, и как раз-таки тут такие обстоятельства, в общем-то, всемирные вмешались, потому что то мы болели непонятно чем тысячу раз, то на другом конце теперь карантин. В общем, когда я заберу эту нитку, я не знаю, ну, благо у меня есть чего вышивать. И я без этой ниточки, конечно же, обойдусь. Ничего страшного. Вышиваю всегда с удовольствием. Несложно, красиво, быстро получается. Потому что несложно, опять же, и потому что все равно это полукрест. И изображение проявляется очень и очень быстро. Вот, ну что ж, это я сейчас буду откладывать. И покажу вам свой финиш. Итак, финишем у меня стала рождественская королева. Как я и планировала, я ее довышивала, довела до логического конца этот проект. И, конечно, крайне рада, что эта королева уже украшает мой дом. А она, безусловно, украшение. Это не многоцветка, это не сложный в целом проект, но достаточно все-таки большой. Я вообще, когда думала, что я ее так это по-быстренькому довышиваю, так день, ну не день, конечно, там, ну 2-3 дня, да, ну максимум 4, у меня все будет готово. Ага, на самом деле у меня, конечно, времени на это ушло намного больше.
Причем я вышивала, когда совсем понемножечку, там, ну, я могла там 500 крестиков вышить, например, или даже меньше. Когда-то и до 1500 доходило. Но все равно в общей сложности это вышло около 9000. Ну, все вместе. Это и крестики, это и бисер, которого здесь, ну, в принципе, не так уж и много. Совсем капелька бэкстича. И на первых порах, пока я вышивала вот эту часть, заканчивала. Ой, это было так скучно и нудно, что у меня было ощущение, что я вообще никогда это не довышиваю. Просто никогда. И мне хотелось, честно, уже все бросить и оставить это вообще на следующий Новый год. Думаю, я лучше повышиваю что-нибудь другое. Потом я вышивала, получается, вот эту часть, да, оставшуюся, поднималась вверх, вверх, вверх. Ну и тут уже, конечно, было совершенно другое дело. Здесь дело пошло быстрее, гораздо интереснее, потому что здесь и разнообразный бисер. Здесь вот и металлик есть. В этой стороне тоже там и бисер, и металлик. Здесь, конечно, вышивать было гораздо-гораздо интереснее. Вот на свечку я почему-то думала, что здесь тоже будет хотя бы какой-нибудь металлик или ну что-то такое. На самом деле вообще ничего, просто мулине и просто такой там маленький-маленький фитилек бэкстичем делается. И все. У меня совершенно не помещается это, конечно, в кадр. Я уж тут как ни старалась, не выходит. Но я покажу это все целиком, как это у меня стоит. В компании с Сантой, которому я, в общем-то, ну, можно сказать, вышивала пару. Хотя, ну, смотрится это не слишком парой, но я называю теперь это Дед Мороз и Снегурочка. Позже я это покажу, а сейчас я все-таки немножко подробнее расскажу о этой мирабильке. Практически вся эта королева вышита нитками DMC. Единственная замена, которую я сделала, это был виспер, который я изначально заменила на китс махер. Потом я все это выпорола, потому что ну не могу я просто этой ниткой вышивать. Она меня раздражает очень сильно, получается некрасиво, неаккуратно. Мне это не понравилось, поэтому я распорола большой кусочек и вышила обычной белой ниткой мулине. Ну, взяла я здесь, по-моему, СХС у меня был. То есть все остальное DMC, кроме белого вот этого вот цвета. Везде, где есть белый, там, где должен был быть виспер, везде у меня белый СХС. Далее, я, честно говоря, уже не помню относительно металлика, что там у меня под ключу, а что не совсем по ключу. Единственное, что вот эти завитушки, это не по ключу, здесь должно было быть мулине, а я вышивала вот эту часть тоже каким-то там металликом. Но, честно, зря заморачивалась, потому что так вот, ну, вообще это не видно, что там какой-то металлик. Если бы вышила обычными мулине, эффект был бы абсолютно одинаковый. То есть вот то, что я здесь сделала, это было ну, лишняя трата времени, денег и вообще. Ни к чему это было делать. Металлик здесь у меня получается, ну если не считать вот этих завитушек, два вида идет металлика. И как раз-таки я же металлик вот здесь получается вышивала, да? И довышивала немножко его внизу, в нижней части. У меня шел вот золотистый металлик. Вот такой. Так, надеюсь, его будет видно. Так, вот так надо перевернуть. Вот такой. Вот он. Он толстый. Нить прям такая вот серьезная. Там она не в одно сложение, а там их несколько. Но я вот прям такой толстый вышивала. Это какой-то капец, ребята. Мне совершенно не понравилось. Это, ну, не знаю, как проволокой вышиваешь. Неудобно. Как-то вот. Не знаю, не нравится мне эта нить, неудобная она в работе. Я, честно говоря, жалею, что я ее не заменила просто на самый обыкновенный люрекс. А вот вторая нить, которая использовалась тоже в этой работе, это уже вот Metallic Diamond. Ой, какая это потрясающая нитка! Как она мне понравилась! Она мягонькая, ложится хорошо, с ней так приятно работать. Это что-то! Это просто супер! Мне понравилось. И в будущем, если я буду использовать какие-то металлики, если у меня не будет подходящего люрекса, я, безусловно, буду использовать вот Diamond. Очень хорошая, мягкая, красивая ниточка. Ну, прям восторг. Очень мне понравилось. Diamond у меня использовался непосредственно вот так. Сейчас попробую я это показать. Вот здесь, вот в нижней части. Вот здесь, в общем, там, где тенек, да, получается, где теневая сторона складочек, вот этот вот даймонд, а все остальное уже идет крейник вот другой.
Дальше бисер. Бисер у меня весь не оригинальный. Оригинального я даже не знаю, почему не покупала. Может быть, было дорого, может быть, просто долго надо было ждать. Я не помню. Ну, в общем, я его заменяла. И заменяла на бисер более дешевый. Вот такие у меня вот пакетики с этим бисером. Три их вида. Помогала мне сделать подбор Марина из морозного кружева, потому что я в бисере вообще ничего не понимаю, а у Марины очень хорошо получается подбирать. Тем более, что Мирабилия она вышивает сама. У нее очень красивый, в том числе вот зимняя королева такая, знаете, которая в таком голубом платье. Очень красивая, безумно красивая. Используется вот такой бисер. Вот такой вот золотистый. Ну, не знаю, насколько видно, конечно, как он блестит, но он очень красиво смотрится, особенно если идет какое-то дополнительное освещение. Очень получается бисер классный. Еще используется вот такой бисер. Он такого, знаете, цвета как бы темно-темно-темно-сине-фиолетового. Даже не знаю, как точно назвать этот цвет. Он как бы немножко такой переливчатый, перламутровый. Но такого бисера используется всего-навсего. Ну, там буквально несколько штучек. Его очень и очень мало нужно. И третий вид бисера. Такие вот красивые бусинки, можно сказать даже, да, потому что они достаточно крупные. Красиво так переливаются. Они такие слегонца прозрачные, тоже немножко как перламутровые. Очень красивые. Кто-то сказал, что они похожи на красную икру. Да, пожалуй, я соглашусь. А какие-то вот они все, единственное, что неровные, они, не знаю, может быть, даже видно здесь, да, то есть с одной стороны толще, с другой стороны тоньше. Это не брак, это такой бисер весь оказался. То есть, ну, не то, что единичные какие-то бусинки, да, которые вот бракованные, такие неровные. Этот бисер, он такой весь абсолютно. Он крупный, если, допустим, сравнить с вот этим темным, да, бисером. Смотрите, насколько крупнее. Желтенькие, золотистые бисеринки, они чуть-чуть крупнее, чем вот эти вот темные. Ну, буквально совсем чуть-чуть. И в половину меньше, наверное, если даже не больше вот этих бисеринок. Но в любом случае смотрится хорошо, мне нравится, как это все получилось. И то, что вот эти вот бисеринки такие огромные, в общем-то, нисколько работу не ухудшило. Все это бисер Тоха. Здесь вот получается те, что маленькие, это все размер 2 круглый. Ну, а вот этот какой-то там Магатама 3. То есть они вот более крупные, 3 мм. Хотя смотрится значительно крупнее. Значительно. И вот эта Магатама, наверное, означает то, что они, ну, такие вот неровные, не круглые. Эти бисеринки. Ну, я все это так подробно рассказываю. Может, кому-то это совершенно не интересно, а кому-то, возможно, и пригодится. Еще я сейчас покажу свои миниатюрки, малышки от Dimensions, которые я все-таки оформила. Не стала ничего совершенно я мудрить, потому что идей там у меня было миллион. Ой, может быть, сделать так, может быть, эдак. Я там собиралась сделать вот здесь пойти люверсы, чтобы это все было максимально так, знаете, аккуратно, красиво. Но и время поджимает, и вообще я решила, что зачем лишний раз мудрить? Не стоит оно этого. Поэтому я по прилагающемуся в наборе шаблону вырезала вот такую форму из фетра. Фетр толстый. Насколько я помню, он 2 мм. Так, не может никак сфокусироваться. Ну, я думаю, что понятно и без этого. Вот такие вот у меня малыши получились. И сделала я их просто флажками. Не стала я заморачиваться с какими-то там натяжками, еще с чем-то, с уголками. Не вижу я в этом смысла. Да, к тому же еще вот эта Аида, которая в наборе. Но она настолько дубовая, что сделать из нее что-то приличное, ну, вообще невозможно. Я уж и так эдак постаралась, попыталась это сделать. Но ничего у меня путячего не получилось. Поэтому сделала просто. Вырезала вот я квадратики, приклеила их к фетру. И все это на вот эту вот тесемочку. И все. И они у меня теперь висят такой своеобразной
гирляндой просто на стеночке. Но они такие прелестные. Я очень рада, что наконец-то они у меня оформились. И получилась вот такая вот милота и красота. Очень здорово и очень просто. Действительно, зря я пыталась тут что-то намудрить. Ни к чему это совершенно. И вот все в таком вот очень простом варианте у меня хорошо получилось. Ничего не пришивала. И хотела вначале вот это все приклеить на клеевую паутинку. Но кроме флизелина у меня, к сожалению, ничего не осталось. И в магазине тоже в ближайшем этого не было. Это нужно ехать, ну, достаточно далеко, чтобы мне купить. Поэтому я просто взяла двухсторонний скотч и прилепила. Очень надеюсь, что желтизна не проступит. Очень надеюсь. И, ну, я не знаю, может быть, даже после праздников, просто когда я все это буду снимать, я скотч этот просто оторву, да и все. И при возможности куплю уже эту паутинку и приклею на нее, чтобы проблем потом никаких не было. Ну, а пока повисит так. И даже вот эту вот часть, вот она тоже у меня приклеена на двухсторонний скотч. Ну, здесь уже точно ничего никуда не прожелтеет, я думаю. Ну, то есть ничего не пришивала, все на скорую руку, но красота получилась. Просто отлично. Давно они лежали, давно ждали своего часа. И вот, наконец-то, они действительно будут украшать мой дом, как это и планировалось изначально. Уже многие видели, что я оформила тибетскую девочку. Я показывала фотографии ВКонтакте, я показывала фото и в Инстаграм. И теперь, наконец, я могу поделиться этим в видео. Я оформляла эту работу в багетной мастерской «Веранда». И оформляла ее, можно сказать, дистанционно, потому как я с курьером, который привозил мне рамочку, отправила обратно и рулончик с этой работой. По фотографии я выбирала подходящий багет, то есть мне багетчики прислали несколько вариантов, но первые варианты были, конечно, очень хороши, но и цена была там очень хороша, потому что багет был деревянный. Очень красивый, здорово все, но нет, на деревянный багет я, пожалуй, не раскошелюсь, это, ну, очень дорого. Поэтому я попросила какой-нибудь вариант в пластике, ну, просто выбрала то, что мне больше всего нравится, то есть, ну, какой именно багет, в каком направлении мне делать подбор дальше, и мне предложили еще несколько вариантов. Единственное, что я, в общем-то, оставляла и из первых вариантов, это вот эта вот внутренняя полосочка. Но она тоже была и деревянная, и пластиковая. Но мне очень хотелось, чтобы вот такая вот серенькая окантовочка здесь была. Это отдельный багет. То есть здесь багет такой двойной получается, составной. Ну, а вот эта в часть уже подбиралась отдельно. Очень интересный вариант. Мне кажется, что это совершенно невероятно подходит именно к этой картине. Такая интересная фактура, вот это вот как бы как потертость, да, хотя тут, в общем-то, потертости это как таковой, в общем-то, и нету. Очень красиво, очень гармонично и, ну, классно. Хотя, конечно, тяжело было выбрать из представленных вариантов, но я все-таки выбрала этот. Он очень красивый и цена была, ну, на пластик, конечно, гораздо-гораздо меньше. Я попробую показать поближе, как выглядит и вот эта внутренняя полосочка. Она не просто серая. Она с такой серебристой как бы полосочкой. Вот я постараюсь сейчас вам показать. Я думаю, что здесь достаточно хорошо видно. Да, вот здесь вот эта полосочка. Вот она такая серебристая, такая, как бы тоже как такая определенная потертость. Прям красивая. Сам багет, он тоже такой, он неровный, непрямой. Здесь ступенчатость определенная есть. Ну, вот ее, да, здесь хорошо видно. Ступеньки такие как бы скругленные. Небольшая выемка. И здесь тоже идет опять подъем. То есть, в общем и целом, за счет того, что еще багет такой двойной, он получился достаточно глубокий. И фактура. Вы посмотрите, какая фактура у этого багета. Он напоминает кору дерева. Очень-очень классно. Потом вот эти потертости. Они на камере зачастую почему-то вылазят, знаете, как в ржану уходят. На самом деле это не так. Они такого более холодного оттенка и очень-очень подходят к этой картине. Прям красивый. Вот прям заглядение. Багет.
Классный, прям очень нравится. И вообще вот это сочетание двух багетов, оно, ну, потрясающее, просто супер. Вот, не знаю, со всех сторон постараюсь показать, как это здорово. Глубокий, красивый, фактурный. Я очень люблю такие рамы, очень люблю. И в целом этой девочке он, конечно, невероятно подходит. Он абсолютно сочетается именно вот с изображением. Вот, ну, классно, очень мне нравится, потрясающе. Классный багет. И как только эта девочка приехала ко мне домой, она сразу же поместилась на стену, на заготовленное заранее место. Конечно, как муж говорит, она совершенно не вписывается вообще в ряд тех картин, которые висят рядом практически. Но меня это не слишком заботит, потому что, ну, все равно это уже немножко другая стена. И в комментариях мне кто-то писал, что девочка, конечно, хороша, но она настолько грустная, что, ну, я не смогла бы смотреть на нее каждый день. Ну, не знаю, я таких, наверное, прям слишком сильных эмоций в этом плане не испытываю. Ну и повесила ее так, чтобы она, ну, так скажем, не все время смотрела мне в глаза, да? Она висит над моим рукодельным креслом, и мне нужно поднять голову, да, чтобы на нее посмотреть. Поэтому она как бы вот висит, но я не пялюсь на нее постоянно, она не все время у меня перед глазами. Поэтому все отлично, все нормально. Ну, в общем, довольна я, довольна, конечно, этому оформлению. Ну, классное, классное, мне очень нравится. И вообще на удивление, что все-таки дистанционно, да, и так прям вот в точку угадали все это оформление, эту раму. Ну, профессионалы, они и есть профессионалы. Все-таки багетная мастерская «Веранда» – это работа профессионалов. У них очень они классно делают, у них самые разные материалы. Ну, где-то, может быть, дороговато, но тут тоже надо смотреть, выбирать багет. Есть и более экономичные варианты. Ну, как вот оказалось в моем случае, цена, наверное, в 3 раза получилась меньше, чем если бы это было в деревянном багете. И прежде чем показать вам мои картины, которые разместились на стенах, хочу поделиться еще и радостью от своего нового приобретения. Это рама «Сокол», которая совсем недавно ко мне прилетела. Несмотря на, в общем-то, обилие, так скажем, самодельных рам, которые отлично работают, я все-таки не устояла перед соблазном купить себе еще одного сокола. У меня есть такая рама, я ей с удовольствием пользуюсь, она мне жутко нравится, но она такая классная. И вот, несмотря на дороговизну, несмотря на то, что у меня уже рамы есть, я все-таки решила себе купить еще одного сокола. Очень она классная, эта рама. Знаете, если бы у меня была финансовая возможность, я бы вообще бы не заморачивалась и купила бы на все процессы вот этих вот рам. Но цена высока, поэтому, ну, вот у меня пока их только две. И, ну, не знаю, может быть, я пока на этом и остановлюсь, потому что на более маленькие проекты, в общем-то, у меня рамы есть самодельные. Прелесть, отлично сделаны, прям вообще отлично сделаны. Вообще история с соколом у меня, конечно, такая неоднозначная. Были некоторые неувязочки, так скажем, когда я получила первую раму. Одна из вот таких вот боковин с винтом была бракованной. Но мне сразу же ее заменили. Так, добавлю-ка я света, наверное, то на улице по-прежнему темно, а я вот что-то света не включила. Так вот он этот сокол, у них сейчас такой фирменный знак на этих боковинках. Ну так вот, эта рама у меня первая уже довольно-таки давно. Дальше, когда мне прислали новую боковинку, вернее, даже 2 боковинки мне прислали взамен одной, потому что, ну, чтобы был вот эта вот была символика, они у меня сломались. Они у меня просто сломались, причем, ну, практически сразу. Я написала производителю, и тут же мне выслали замену, которая пришла довольно, ну, как, ну, относительно быстро, наверное, за неделю, наверное, дошло. Почему-то вот оно как-то, какие-то письма, еще что-то, ну, такие стандартные отправления, они всегда долетают быстрее. А вот этот нестандарт, он почему-то немножечко дольше
идет. Ну так вот, дальше уже я отлично на раме вышиваю, как бы все хорошо. И что мне понравилось, даже несмотря вот на эти неувязки, да, что, во-первых, в первую очередь там брак попался, потом сломалась. Несмотря на все на это, вообще не возникло никаких проблем с производителем. Без каких-либо, не знаю, долгих переговоров или еще чего-то мне была сделана замена. То есть никаких там не было, как бывает с другими какими-то фирмами, что там ты сам дурак, да, сам виноват, что сама сломала, и вот теперь как хочешь, так и делай. Вообще ничего подобного не было. Все было вежливо, все было быстро, и прям вот честно, я даже удивилась. Я давно такого сервиса не видела. Все просто классно. Ребята отличные, конечно, они молодцы, очень здорово работают. Я с удовольствием наблюдаю за всеми их разработками, так скажем, да. Ну, в общем, классная штука, качество отличнейшее. Ну, я слышала, у девочек попадались такие не очень качественные вещицы, ну, наверное, поначалу, потому что вот эта рама у меня уже вообще из последней партии, и она, ну, она прям классная. Вот так приятно держать в руках, гладенькое все такое, прям вот это дерево. Ну, вообще, я деревянные изделия очень люблю, особенно если это вот прям натуральное дерево, ну, прям классные. И, в общем-то, что еще мне нравится именно в этих рамах? Мне нравится способ запяливания сюда основы при помощи спицы. Не надо ничего ни степлером крепить, ни пришивать. Я вот в этом плане вот не люблю, я такой человек достаточно ленивый в этом отношении, поэтому, ну, вот... Здесь, не знаю, видно будет, не видно, вот такая вот, такой зазор, в который вставляется спица, которых здесь две в комплекте идет, потолще и потоньше. Но потоньше я использую на первой раме спицу, которая потолще, потому что потоньше у меня лежат. Рама это на 80 сантиметров, боковушки на 15 сантиметров, а первая рама у меня на 70. И боковушки идут 20-сантиметровые. Ну, то есть, в принципе, это то, что у них было в наличии на тот момент. И вот такие вот маленькие боковушки они тогда еще не делали. Для меня двадцатки немножко великоваты. Широковато получается полотно для вышивки. Ну, как по мне. Потому что они еще там пока раскрутишь их еще, смотря на какое... на какую ширину, и, ну, не знаю, мне не слишком это удобно, поэтому в этот раз я заказала боковушки 15-сантиметровые. Буду, наверное, уже в ближайшем будущем натягивать тут основу, как раз у меня планируется парочка проектов больших на начинание, на продолжение. В общем, конечно, этой раме я безумно счастлива, это такой, знаете, своеобразный подарок мне на Новый год. Прям вот, ну, ой, красота! Я не знаю, это просто не передать вообще все эти тактильные ощущения, всю вот эту радость от этой классной, классной рамы. В этой раме один недостаток – цена. И то я вот все-таки разорилась и купила вторую раму. И нисколечки об этом не жалею, буду с удовольствием ею пользоваться. Очень классная штука, очень. Прям, вот, не знаю, мои восторги, наверное, даже... излишне уже я вливаю в этом видео. Ну, правда, это ну, мне настолько нравится, что ну, я просто не могу иначе. Вот, ну, пока она подождет основы. Основу я тоже приобрела, но приобрела я ее уже достаточно давно. Просто вот не могу забрать так же, как и купленные пару моточков ниток недостающих. Я купила себе гобеленовую сетку 2,5 метра. Потому что, хоть меня и потянуло последнее время на гигантизм, я что-то вышиваю на ID18, начала новый процесс и на 16 AED, большой. И все равно, что-то я планирую вышивать и на гобеленовой сетке. Конечно же, я эту ткань очень полюбила, она мне нравится. И определенно некоторые проекты будут вышиваться на ней. Я эту... гобеленовую сетку, но она стандартная, я не буду сейчас вам показывать, как бы у меня есть кусочек малюсенький, ну, я думаю, что все имеют представление о том, что это такое, ну, может быть, даже я фото вам вставлю, просто не хочу сейчас лазить по шкафам, вытаскивать вот эту сетку. Так вот, я купила эту сетку в совместных закупках с Мира Вышивки, и мне она обошлась в 1280 рублей за метр.
Это уже с учетом доставки. И почему я, в общем-то, озвучиваю цену? Все потому, что, как оказалось, вот эта вот цена, да, почти в 1300 с доставкой, это очень дешево. Потому что, как я смотрю по другим магазинам, беленовая сетка стоит уже и 1500, и 1700, и даже 1900. То есть до 2000 доходит цена гобеленовой сетки за метр. И это еще без учета доставки. Я, если честно, я просто не понимаю такого скачка цены на эту основу. Хотя нет, конечно, я, скорее всего, понимаю как раз-таки, почему это произошло. Просто потому, что на эту ткань появился большой спрос. Ну, не знаю, во всяком случае, у меня другого варианта нет. Все остальные основы, та же Аида, они не подорожали в такой степени. Если предыдущие мои покупки, которые были, в принципе, ну, я не скажу, что слишком давно, та же гобеленовая сетка, она стоила там, ну, рублей 700-800, до 1000. С доставкой, по-моему, я покупала ее, ну, доставка, правда, у меня такая была достаточно дорогая, потому что я у Катрусь покупала, и, ну, дорого за доставку мне обходилось. И то я заплатила, что-то там, я покупала тоже, по-моему, 2,5 метра, ну, 1100, наверное, я заплатила где-то там, 1150, ну, точно не помню, ну, где-то в этих пределах. Но, простите меня, под 2000 вдруг резко раз и поднялась цена. Ну, не знаю, у меня, честно, в голове не укладывается. Если бы я не купила эту сетку вот за такую сумму, за которую я ее приобрела, я не знаю, я бы, наверное, еще подумала. Может быть, где-то поискать, может быть, где-то что-то подождать и купить, не знаю, какую-то, может быть, альтернативу или еще что-то. Но, ну, просто невероятно. Действительно, я думаю, что это вот спрос, потому что сейчас спрос на эту ткань, на тот же Конгресс Траймин и на гобеленовую сетку очень высок. Потому что многие блогеры те же рассказывают об этих тканях, да, нахваливают, как они на них вышивают, я в том числе. То есть мы, вышивающие на этой ткани, невольно ее, получается, рекламируем, да, и очень многие тоже начинают вышивать, тоже пробовать эти основы, и вот такой вот просто взлет цены практически в 2 раза. Ну, не знаю, вот честно, меня это просто как-то возмущает, я не могу просто вот об этом умолчать. Ну, не будем, в общем-то, о плохом. Я думаю, что на это повлиять мы никак не можем. Я, наверное, тоже выговорилась. И, ну, и, собственно говоря, и что дальше? Дальше ничего изменить, к сожалению, нельзя. Но вот выразить свое недовольство, в конце концов, я имею полное право. Еще я приобрела схему. Я как-то схему впрок, ну, как-то особо не покупаю сейчас, да, я очень редко сейчас схему покупаю и чаще всего даже сразу же начинаю их вышивать. Но эту схему я все-таки приобрела. Автор Small to Stitch, Татьяна Смольянинова. Это схема с птичками и схема в овале. Очень интересная разработка. Я обратила на нее внимание еще до того, как появилась схема. Просто увидела картинку, вот этот сюжет этих птичек. И, конечно, ну, глянулись они мне очень-очень интересная такая вообще композиция с этими птичками, там, цветочками. Классно. И муж мне как раз-таки сказал, знаете, такую тему. Почему у тебя там все птичьи какие-то там, ну, невзрачные вообще? Как вот эта химеровская, например, была. Или вот эти вот синие птички. Ну, а да что-то такое там... каких-нибудь райских птиц вышивать, павлинов, что-нибудь такое яркое. Я говорю, ну вот тебе птички, ну не совсем, наверное, павлины, да, не такие уж яркие, но все-таки больше где-то к экзотике. Вот, ну, интересная композиция, и овал это, конечно, здорово, это совершенно мне в тему, но, как оказалось, там тоже проблема с вырезаниями овалов, и этот овал мне не совсем подходит, потому что... уже на своем опыте я буду подгонять овалы под существующие размеры рамок. То есть те рамы стандартные, ну там или почти стандартные, которые есть в общей продаже, которые можно без проблем купить и не делать заказ индивидуальных размеров. То есть за это не переплачивать. Поэтому, когда я буду вышивать этих птичек, овал будет исправлен. Ну, не знаю, может быть, я буду это делать сама, может быть, я обращусь опять к Екатерине Андреевой, которая, ну, для которой, не знаю, почему-то вот совершенно никаких трудностей с этим не возникает.
Кстати, у Екатерины есть теперь своя группа, она тоже разрабатывает схемы, схемы очень интересные. Я оставлю ссылочку под видео, обязательно заходите, смотрите. Схем у нее, конечно, еще мало, она еще только в начале пути, но уже те отшивы, которые есть, они, ну, такие очень достойные, и я советую обратить на них внимание. Так вот, эти птички еще будут дорабатываться относительно формы, но я уже точно буду знать, я точно знаю, что я буду вышивать их на гобеленовой сетке, да, то есть я сидела, сравнивала, смотрела примерно размеры, каких получаться будут эти птички на разных основах, и выбрала гобеленовую сетку, потому что размер там будет такой достаточно оптимальный для меня, ну и побыстрее я все это вышью. Не знаю, почему не хватает там каких-то инструментов там или что, какие там заморочки, проблемы в вырезании кругов, овалов. Ну, не знаю, у кого-то эти проблемы есть, заморочки, у кого-то их нет. К счастью, да, к счастью, есть и люди, у которых это все отлично получается. Ну, к счастью для меня, во всяком случае, что я прекрасно могу пойти к человеку и сделать себе схему, уже даже, ну, не то, что сделать схему, да, а подкорректировать схему, вырезать именно ту форму, которая нужна именно мне. И к тому же я все-таки, неся чужую схему, да, на обрезку, на придание там необходимой формы, я человеку доверяю. Я доверяю полностью, я на 100% уверена, что эта схема никуда потом не пойдет гулять, да, по интернету, никому не будет передана третьим лицам. И просто, то есть, человек окажет мне услугу, да, и все, и этим все закончится. Потому что, ну, к сожалению, не всем я в этом плане доверяю, в том числе и перенаборы. Увы, практика показала, что, ну, не все честны, так скажем, да. Ну да ладно, я не хочу эту тему затрагивать. Все-таки я нашла для себя лично оптимальный вариант, люди, которым я доверяю. И я с удовольствием пользуюсь их услугами. Ну, что-то я очень много разболталась. Я вам лучше покажу, как выглядит у меня в интерьере рождественская королева. Ну, насколько я смогу показать, конечно, при нынешнем освещении. Заодно вы увидите Санту, ну и остальных моих гастролеров, которые уже, наверное, месяц или полтора как вернулись ко мне домой, но просто ждали, пока будут сделаны стены, чтобы можно было их развесить. И вот уже, наверное, около, ну сколько, наверное, недели, дней 10, где-то так, наверное, они уже у меня висят и меня, конечно же, радуют. Вот такая вот компашка у меня получилась. Стоят эти две картинки просто на комоде. Вешать я их пока что не буду, я просто не успеваю их оформить. Просто натянула и ту, и другую на пенополистирол. Это такая достаточно плотная и такая толстенькая основа, да, видите, вот достаточно широкая. Ну, как натянула, просто стянула ниточками и все. Тут особой натяжки, в общем-то, у меня и нет. Ну, нравится мне и тот сюжет, и другой. Оба красивые, оба праздничные. Дед у меня вышит где-то, наверное, уже 2 года назад. Ну, на прошлый Новый год он у меня точно стоял. Ну и, если честно, я вообще не знаю, даже стоит ли мне их как-то оформлять. Потому что они будут у меня дома только на Новый год. То есть новогодние праздники закончатся, и я их уберу. И, возможно, в таком вот состоянии они у меня будут и всегда. Потому как, ну, как было в случае с Сантой, я просто снимала, убирала всю натяжку, складывала в трубочку и убирала вот до следующего Нового года. Возможно, что и с рождественской королевой я поступлю точно так же. Когда я натягивала Санту, я подложила кусок, лист, вернее, белой бумаги. Потому что пенополистирол у меня такой желтый и через ткань бы сильно просвечивал. А уже рождественскую королеву натягивала так, без каких-либо подложек, потому что основа, в общем-то, позволяет это. Даже если эта желтизна, может быть, где-то и просвечивает. Ну, я лично не вижу. При таком цвете основы это абсолютно не критично. Вот нисколечки.
красиво все, где-то там поблескивает. Ну, прям классно, мне нравится. Сам-то я вообще хотела изначально, больше, вернее, хотела в таком синем пальто. Этот Санта у меня вышит по буклету от компании Dimensions. То есть эти схемы публиковались в буклетах. Но вот синего я найти, к сожалению, не могла. И решила, что вышью, ну, хотя бы красного. Потому что, ну, изначально вообще я хотела их двоих. Ну, вначале синего, потом красного, да? Но начала с красного. Как бы как-то так получилось. И уже когда я его вышивала, я встретила буклет и с синим Сантой. Но, причем я собиралась его купить, но почему-то вот как-то я это и не сделала. И пока, ну, пока не знаю, я буду ли я его вышивать в будущем. Все-таки эти сюжеты немножечко так отдалились от меня, или я от них, не знаю. Они мне по-прежнему нравятся, мне их по-прежнему хочется, но, увы, руки только две, и в сутках также по-прежнему 24 часа. Ну, даже то, что уже вышито, конечно, меня радует. Ну, а может быть, я возьму этот буклет все-таки и буду вышивать Санту и в синем пальто. Он тоже очень и очень классный. У меня подобный Санта, только в коричневом пальто, есть и на сапожке. Рождественском. У меня у всех есть сапожки, каждый сапожок. Вот они у нас уже висят. И ребятишки каждый день, каждое утро получают от Деда Мороза какой-нибудь маленький подарочек. Там шоколадку, конфетку, там машинку или еще что-нибудь. Им это очень приятно. Ну, младшая, конечно, не сильно еще это понимает. А вот сын уже ждет. Он вообще ждал, не мог дождаться, когда же наконец-то мы эти сапожки повесим. Именно для того, чтобы там Дед Мороз подарочки приносил. Нравятся мне эти сюжеты, они такие, конечно, яркие, праздничные, сказочные. Немножечко даже возвращают в детство в какой-то степени. Люблю их очень, очень люблю. И пусть даже они у меня вот без рамочек, все равно смотрятся, на мой взгляд, хорошо. Очень хорошо. Отдельно тут у меня в простеночке висит весенний пейзаж с рекой. От СТ, который я отправила в Москву более года назад. Там эта картина оформлялась, была на двух, по-моему, выставках, успела побывать. И вот приехала наконец-таки домой. Я хотя бы воочию увидела ее оформленной. Да, моя собственная картина, и оформленной я ее не видела, но только что на фотографии. А цвет багета тоже сейчас немножко такой более золотистый, да, хотя в жизни это более такая бронза, более коричневому очень подходит этой картине, этому пейзажу. Ну и вообще сам пейзаж, пожалуй, наверное, смотрится несколько ярче, чем он есть на самом деле. Очень долго я его вышивала, трудоемкая работа, но, конечно, получилось очень красиво. И тем более уже, когда это не просто тряпочка, да, какое-то вышитое полотно, а именно оформленная еще и в хороший багет картина, смотрится, конечно, очень классно. И она, ну, вообще подходит именно даже вот к этому месту. У меня такое ощущение, что багет подбирали именно сюда. Хотя на самом деле я совершенно не знала, как эта картина будет оформлена. И даже когда ее уже оформили, я ее не видела. Увидела только тогда, когда увидели, в общем-то, все на встрече лавочки Фундучка. Вот такая вот у меня красота. Ну и экспозиция на отдельной стене, где сейчас у меня висит 4 картины. Они развешаны при помощи галерейной системы подвеса, поэтому я вообще без проблем экспозицию здесь могу менять. Могу добавлять какие-то картины, могу убирать, и при этом стены у меня остаются всегда целые. Ну а сейчас я постараюсь приблизиться к каждой картине в отдельности. Итальянская красавица, которая была вышита практически первой. Люблю, конечно, эту работу. Оформлялась она здесь у нас в городе, в довольно маленькой багетной мастерской. Оформлялась долго, потому что ее трижды перенатягивали на подрамник. Мне не устраивало меня качество натяжки. Потом вот уже делали багет.
И в итоге вот картина меня, конечно же, радует, очень красивая. По-прежнему ее очень люблю. И когда эта девушка была на выставке, очень ею любовались, причем в основном мужчины. Заглядывали именно на нее. Солдат и дитя. Финиш этого года. Я закончила эту картину в мае. И также она была отправлена в Москву на выставку. Там же была оформлена. И в целом, конечно, я оформлением вполне довольна. Красивая рама, такая подходящая по стилистике картине. Ну а сам сюжет, это, безусловно, наверное, мой фаворит из всех имеющихся картин. Он вырвал такое знамя первенства у любящего взгляда. Очень красивая картина, невероятная проработка. Интересно было над ней работать, интересно было вышивать. Где-то были места, конечно, посложнее, более кропотливая была вышивка. Какие-то места были очень простыми, но в целом вышивка получилась невероятная. Безумно мне нравится. И был когда-то спор, да, на руках у солдата мальчик или девочка. Но мой сын называл это девочкой, потому что в платье. Ну, довольно быстро он понял, что все-таки это мальчик. Потому что действительно это мальчик, и никаких сомнений в этом нет. Потому как об этом, в общем-то, гласит название оригинала этой картины. «Ратник с сыном». Рядом любящий взгляд. Большая картина. В основном она несложная, только часть деталей есть, над которыми пришлось так изрядно потрудиться. По большей части, ну, это было где-то даже скучновато. Я очень долго боролась практически с коричневыми нитками. Очень они мне тогда надоели. И вот с этой картины началась моя такая любовь в кавычках к коричневому. То есть я сам цвет очень люблю. В самых разных сочетаниях у меня и в квартире тоже все равно вот эти вот коричневые, шоколадные оттенки присутствуют. Но вышивать теперь этим коричневым мне сложновато. Надоедает очень и очень быстро. Но сюжет не может оставить равнодушным. Он очень красивый. И эта картина также была на довольно многих выставках, но часть музеев эту картину не принял. Так было и у нас в Красноярске, музейный центр именно эту картину, так знаете, отсортировал и не взял в экспозицию. И также было в одном из музеев в Москве. И всему виной излишняя нагота этого мальчика. Но меня это совершенно не смущает. Здесь ничего такого неприличного нет, да, то есть такой ракурс, все прикрыто. И все более чем достойно. Поэтому он у меня также висит с другими картинами в общей комнате. И совершенно это никого не смущает. Муж у меня, кстати, решил, что мальчик, который сидит на коленях у солдата, и вот этот мальчик, это одно и то же лицо. То есть это один и тот же ребенок. Ну, на самом деле, конечно же, это не так. И, конечно же, улыбающийся кавалер, куда же без него, он-то у меня вообще гастролер. На очень многих выставках побывал в разных городах. И на выставке в музейном центре у нас в городе он тоже был представлен. И в Москве выставлялся. В общем, он гастролер еще тот. Очень красивая работа. Я с удовольствием, конечно, всегда вспоминаю, как я его вышивала. Это было очень интересно. Были, конечно, и скучные участки, но эти кружева, это золотое шитье, ой, это вышивалось так довольно-таки трудоемко, но это того стоило. Это действительно того стоило. Я нисколечки не жалею, что потратила время. Ковырялась там, сидела с этими узорчиками. Потому что, ну, получилось очень здорово, очень классно. Совершенно потрясающий портрет. Ну и, собственно, девочка,
которая примостилась в этот ряд. Да, она совершенно не подходит к другим картинам. Это другая эпоха, другая стилистика, совершенно иного плана рамы. Но, опять же, она вот отстоит как бы немножко отдельно на другой стене. И, ну, главное, что мне это нравится. Остальное уже, в общем-то, не важно. И на этом, друзья, я буду с вами прощаться. Я думаю, что видео в этом году у меня уже вряд ли будет. Теперь уже только в следующем. Все-таки праздники на носу. Несмотря на карантин, несмотря на все эти ситуации, мы, скорее всего, все равно поедем навестить родственников уже в начале года. Ну и вообще, все равно предновогодняя суета. Еще тут у нас одно важное дело нарисовалось. Нужно будет его оформить. В общем, времени совершенно свободного будет мало. Желаю вам, друзья, всего самого хорошего, всего самого сказочного в следующем году, чтобы все неприятности, маленькие, большие, неважно какие, чтобы все осталось в году 20-м, а в 21-м все было только самое-самое лучшее. Здоровья, здоровья вам, вашим близким, хорошего, солнечного настроения. Пока-пока.